Добрый вет. Привет всем друзьям. Лабадьяна. Сейчас я поеду палангу сниму. Я работаю. Давай. Из дрона, и там место есть разрешенное, где можно летать, где не проходит полоса, ведущая в аэропорт. Итак, погнали. Дальше буду показывать вам палангу. Сейчас мы находимся в таком магазине-музее Сенену Краутувель. Антикварная такая лавочка. Вот тут. Там пройдусь еще до конца, покажу. Все. То, что сейчас творится и что было, допустим, в отдельно взятой Клайпеде. Еще вот там камни и какой-то механизм там. Что это такое тут? Вот камни. Так, это Малуна Гатве. Вот тут так живут местные жители Паланги. В таких малоквартирных домах. Даже вон внизу парикмахерская своя. Тепло тут. Сейчас посмотрю, к морю съезжу. Еще приятная новость. Нашел место, где разрешено в Паланге на дроне летать. Допустим, над Басанки можно тоже летать. В советские времена в Паланге было два чертовых колеса. Одно было напротив ботанического парка, а второе было вот где я сейчас проезжаю, вот где-то здесь. И я помню, когда их уже остановили навсегда. И нет. Когда их после окончания сезона останавливали, и мы мелкие пробрались в парк, и вы не поверите, можно чертово колесо остановленное руками прокрутить, чтобы оно немножко сдвинулось. То есть возле двух, там два электродвигателя было, можно руками было покрутить этот двигатель, и она сдвигалась немного, это колесо. Собачку не пропустил. Ну вот по направлению бассейну бывшему Лина съеду. Нам тут, кстати, подарили в Градиалис две путевки, как их называют. Все, нету времени поехать. За хорошие съемки наградили. Так. Сейчас на самокате автопилот стоит. И такая функция есть со смартфона, включается. Если жать на газ там больше 5 секунд, она включается, можно ничего не жать. Но обычно автопилот. До первого нажатия на тормоз работает.
дубролей. Самое выгодное вложение в фаланге — купить хотя бы квартиру и сдавать потом, а самому зимой приезжать на праздники. А можно и на праздники зимой сдавать. Тут полная фаланга, людей всегда бывает, отели все забиты на все праздники, особенно на Новый год. Там вдали какая-то советская постройка виднеется. Все забросили. Вот там, если видно, два малоквартирных здания таких современных построили. Улица Майроня. А это нет, это я проехал улицу Майроня. Вот надпись, что сдают квартиры и еще комнаты в придачу. Кстати, ребята, сейчас я вам покажу. Очень красивое здание я нашел. Я хочу, чтобы его тоже его посмотрели. Вот оно. Нет, там за ним. Вот. Ого, как тут тихо. Какой тут воздух хороший. Тупик. Апартаменты. Красная башня. Вот. Немного солнца попало. Что там за дорожка такая? Ладно, туда не поеду. Вот с этого угла сейчас покажу. Все. Там видим вот это здание, вот Палангос Вилла называется. Пересекаем улицу. Какую мы тут улицу пересекаем? Ну, в принципе, даже и не важно. Вилла Валентина. Хозяева обычно называют своим именем всегда. Вот слышали такой сигнал, это автопилот включился в самокате. Тоже Камбуринома. Это улица Майроня, я сейчас проезжаю. Апартаменты с Покаштону. Проехал только что. Пересечение улицы Костичо. Все, пустынно тут. Так, дальше. Это все Майроня улица. Помедленнее поеду. Очень красивые дома, очень красивая фаланга. Мы все клайпедчане очень довольны, что мы рядом с фалангой живем. Так, ну и проеду эту улицу тогда уже до конца. Это видим, что советское здание, такое монументальное. Вот школа.
Школа. А это новые малоквартирные здания. Может, даже некоторые сдаются. Думал, вообще новое, но тут есть уже на окнах занавески разные. Вилла Ева. О. Так, это улица Юрать. Здесь можно было пиво взять на вынос. Уже аренда комнат, аренда комнат, вся улица аренда комнат. Ну что я тут вижу? Пока местные ходят. Отдыхающих вправду нету. Так, что тут строят? Или это бассейн? Это бассейн здесь был. Кому он там мешал? Не понимаю. Да, ребята, это бассейн был. Нет, ребята, он живой. Ну что, отсюда подниму дрон, покажу, что людей тут так же, как летом. Потому что сезон в Паланге не закончился. Сяду где-нибудь нормально. О, знакомый шарманчик. С собачкой. Тут по санкции нельзя ездить на самокатах.
велосипедах. Ну что, ребята, люди есть. Полные бары людей. Басанка тоже, басанки. Что там? Даже странно, все забиты бары. Вот я отсюда дрон подниму. Если бы я вам сказал, что сейчас, допустим, июнь, нет, май, вы бы мне поверили. Судя по одеждам, не поймешь, что это жарко или холодно. Некоторые в куртках, некоторые в майках.
сейчас найду место. Все, ребят, до новых встреч. Попал в дождь, и дрон немного попал в дождь, но он своими вентиляторами его, ну, убирал. Пол басанки можно летать, пол нельзя. Дрон автоматически тут не летит туда, где нельзя. Все, дождь пошел, до новых встреч. Дождь идет.